Синоптики предупреждают, это лето будет жарким. К счастью, спастись от палящего солнца всегда можно в прохладном театральном партере. Несмотря на то, что сезон в ЦЮЗе закончился в конце мая, творческая работа коллектива продолжится до середины июля. Под занавес театралы подготовили премьеру. Нашей съемочной группе удалось побывать на генеральном прогоне мелодрамы «Ален Делон». Наша жизнь очень часто задает вопросы, получить ответы на которые бывает непросто. Вот и главная героиня мелодрамы Полина Аркадьевна всю жизнь хранила страшную тайну и гадала, за что так жестоко обошлась с ней судьба. Сокровенную тайну пожилой уже женщина неожиданно узнает верная подруга и соратница Люсьена Ивановна. Тут и происходит завязка сюжета, в котором сплетаются тени прошлого и робкие надежды на счастливое будущее. Тут взаимоотношения людей, как они строятся, как они выстраиваются. Потому что, говорят, женской дружбы нет. Ну, это, как говорится, дружить надо уметь. Несмотря на то, что главная героиня переживает острые драматические моменты, на протяжении всего спектакля сохраняется атмосфера легкости, доброты и искренности. В спектакле нет острых сцен и спецэффектов, которыми грешат начинающие режиссеры. Мелодрама «Ален Делон» построена на исключительной игре актеров, которая позволяет зрителю увидеть себя в образе того или иного героя. Данный спектакль направлен на зрителя, у которого есть вопросы к жизни. Он не избегает вопросов, а просто ставит вопросы и пытается их разрешить как-то. И каждый находит какой-то свой выход.